Друзі, вітаю. Сьогодні 13 березня, середа, традиційне зведення з військовим експертом, полковником Збройних сил України Романом Світаном. Пане Романе, вітаю, слава Україні. Героям слава, бажаю здоров'я. Ну що ж, традиційно вже в останні дні почнемо з території Російської Федерації. Є, пане Романе, останнє звернення крайнє від РДК. Що вони кажуть і де вони знаходяться? Давайте послухаємо. Друзі, сьогодні 12 марта 2024 року, 23:00 по Москві. Русский добровольческий корпус снова, в который раз, пересекает государственную границу Российской Федерации. Наша задача рассказать гражданам России о том, что ими правит нелегитимный президент, и после очередных цирковых выборов будет править ими дальше, еще 6 лет, а возможно и дольше, до самой своей смерти. Наша задача состоит в том, чтобы приблизить его смерть, приблизить кончину не только Путина, но и всего его кровавого кремлевского режима. Присоединяйтесь к нашей борьбе и следите за новостями. Пане Романе, і вперше з часу повномасштабного вторгнення на карті Deep State з'явилися іншого кольору замалювання на території Російської Федерації. Оце входи, власне, на територію Російської Федерації формування громадян Російської Федерації. Як ви оцінюєте ці входи, наскільки вони серйозні і наскільки це може розвинутись? Россияне, если примут решение освободить Россию от оккупационного китайского режима, можно уже так говорить, Путин практически под дудку Китая пляшет последних несколько лет, то это хорошее начало или продолжение, потому что уже несколько раз такого рода операции были, в основном рейдовые. Сейчас посмотрим, до какой степени разовьется успех в этих наступательных действиях. Россияне могут снести режим этот оккупационный и реально, если поставить себе задачу развала Российской империи, которая вобрала в себя очень много десятки народов, народностей, которые также хотят жить самостоятельно уже как минимум два, может быть даже больше, в районе двух десятков республик, которые уже готовы, с 21 республики состояла Российская Федерация. Россияне туда воткнули Крым украинский, еще 22-й, перебрали немножко. И тогда есть успех этой операции. То есть когда это будет национально-освободительное движение. Не борьба с режимом Путина, с Путиным или с его окружением, которое, в принципе, руководит всем процессом. А когда это будет национально-освободительное движение, тогда будет успех и победа, в конце концов. А когда это просто снести один режим, посадить другой режим тех россиян, которые убежали от этого режима, то ничего не будет. Во-первых, это никто это не поддержит, а во-вторых, это будет просто простая трата времени, бестолковое времени и средств. Потому вот посмотрим, как это будет развиваться, если вычленится реально из этого всего движения именно национальные освободительные армии, начнут работать по своим территориям, вот это приведет к реальной победе. Пане Романе, ну і терористи знову довели, що вони терористи. Влучання, як мінімум, трьома ракетами по Кривому Рогу. Є влучання в багатоповерхівку. На даний момент відомо, що щонайменше 4 людини загинули і майже 50 травмовано. Ці кадри просто жахливі. Бачимо, ну це пряме влучання, правильно ж? Это да, это бьют конкретно по жилому сектору. То есть это продолжение геноцидной войны. В чистом виде геноцид, то есть российская армия, российские вооруженные силы – это террористическая организация в чистом виде, все 100%, там где-то в районе 1,5 миллиона, но если со служащими, до 2 миллионов террористов российских. Эту организацию давно уже надо было признать в террористической организации и требовать признания государства, которое финансирует эту организацию Российской Федерации. Признание государства, финансирующее терроризм, то есть со всеми вытекающими отсюда последствиями, со всеми контактами с государством-террористом, с вторичными санкциями и так далее, тому подобное. Сколько уже можно ждать? 10 лет российская армия уничтожает украинцев, а мы до сих пор этого признать не можем. Это в чистом виде терроризм, это тем более геноцид.
тоже в чистом виде геноцид. Почему? Потому что ракеты с боевыми частями до полутонны бьют по жилым домам. Причем не по одному, сразу по нескольким и несколькими ракетами. То есть здесь уже и доказывать ничего не надо. Верховная Рада занимается чем угодно, только не реальной деятельностью, которая принесла бы пользу Украине, украинскому обществу, нашим партнерам, по крайней мере, показала направление действий, дальнейших действий. Признайте, в конце концов, российскую армию террористической организацией, хотя бы в рамках Верховной Ради. Пане Романе, і зараз пройдемося те, що трапилося вранці 13 березня, а вже згадаємо події нічні і 12 березня ввечері. Найоперативніше – це є прильоти 30 безпілотників, каже місцева влада, летіли в Воронезьку область. Куди летіли? В районі, ось є в нас аеродром військовий Бутурлинівка. Що це за аеродром? Наскільки він критичний для Російської Федерації? В Бутурлиновке как минимум одна эскадрилья армейской авиации находится, и, скорее всего, базируется в том числе и истребители многофункциональные. То есть подлетное время там около минут 30-40 минут, в зависимости от маршрута до линии фронта. Они используют его как раз как такой реальный оперативный аэродром. Там проводится в том числе и техническое обслуживание самолетов. То есть, по большому счету, достать туда, в принципе, возможно. Вот достали. Причем то, что несколько десятков бортов идет, то есть беспилотников, это как раз то, что мы с вами где-то говорили. Когда для того, чтобы накрывать площадные, допустим, такие, как аэродром, надо в несколько десятков беспилотников, часть из них будет сбита, вот это согласно определенных норм выполнения задач, а часть однозначно пройдет, повредит и строение технические аэродромные, ну, естественно, авиационный парк. Посмотрим, в течение суток, я думаю, будут доложены о такого рода операциях уже главным управлением разведки. Пане Романе, і далі після Воронезької області і цього аеродрому військового є влучання потужне в нафтобазу. От влучання саме в Рязанській області. Горіло дуже знатно, ну і кажуть, що безпілотники пролетіли 500 кілометрів. У нас є безпілотники з дальностями до 700 кілометрів, по крайній мірі, вже підтвердженою дальністю. Ну а по Пітеру взагалі йшли з дальністю по 1000 кілометрів, тому работа по рязанским НПЗ – это продолжение санкций служб безопасности. Спецслужба выполняет задачи уничтожения углеводородки российской, а НПЗ – это самая лучшая цель, особенно когда знаешь, куда бить. А наша разведка знает прекрасно, то есть понимая цель, дальше определяются средства, которые эту цель могут достичь, и выполнение задачи, подтверждение – очень много в информационном потоке, которое россияне живы и выкладывают. То есть можно сказать со 100% гарантией, что санкции Малюка работают и довольно-таки действуют. Це щодо ранку 13 березня, пане Романе. Є деталі по удару в Нижній Новгород, в місто Кстово, і це Лукойл. Що відомо наступне? Що дрони влучали не просто в резервуари заводу, не просто на територію, а саме цілили в те обладнання, яке виводить завод з ладу. І що відомо, що це четвертий найпотужніший завод, він надовго виведений зі складу, з роботи, перепрошую. Ну і тепер відомо, що він не зможе переробляти, а він переробляв понад 5%, 5,8% всієї нафти Росії. Це відчутний удар по цій промисловості. Продовження санкцій СБУ. Тобто, це, вот, скоріше всього, спецслужба поставила собі задачу просто вижечь російську бензоколонку, а вижечь доволі-таки легко, когда знаешь, куда бить. Да, действительно, большой завод нефтеперерабатывающий. У него есть несколько реперных точек, допустим, система подготовки, то есть установка подготовки нефти, и таких еще где-то до десятка точек, вывод из строя даже одной, полностью выключает завод. Под металлургический комбинат, там та же самая картина, кислородный цех, если уничтожается кислородный цех, весь комбинат останавливается, какой бы он большой ни был, а кислород, он
сам по себе горит, взрывается, то есть ему только спичку надо поднести. Вопрос техники и не более того. Потому, зная эти точки, а спецслужбы точно их знают, они имеют возможность общаться с техническим составом такого рода заводов, ну, естественно, понимая расположение технологических емкостей и служб, они наносят правильные грамотные удары. Вот так красиво горит, как раз могут погреться россияне, подойти, правда, с противогазами. Пане Романе, ну і відбулося авіапад черговий, збито ІЛ, верніше впав ІЛ-76, от так виглядає його місце падіння. Кажуть, що там могло бути 16 осіб екіпажу, кажуть, що там могли бути, власне, оператори А-50, так, радіолокаційного їхнього літака, який зондує, який ми вже два ліквідували. Наскільки це справді вдарить по їхніх рядах, тому що мало того, що в них А-50 їх мало, а яка ситуація саме з тими, хто може працювати на тих літаках? ІЛ-76 у них немного. Это в своё время Ташкент в Узбекистане, ташкентский завод выпускал там их больше десятков в год. А сейчас российская Иваново, по-моему, не помню, какой-то завод из них, он и одного не выпустит. То есть, по большому счету, даже переоборудовать толком не могут. Потому и ИЛ-76, и экипаж, особенно если это действительно был экипаж и рабочий с А-50-го, это серьезная потеря для россиян. На взлете двигатель загорелся, отвалился. Дальше экипаж не справился с полетом. Там реально видно, что то, что один двигатель – это небольшая проблема для… и даже два. Дело в том, что ИЛ-76 может идти на двух двигателях. У него четыре движка, даже если два выходят из строя. А каждый двигатель имеет свою систему пожаротушения, останова, перекрытия топлива. То есть каждый двигатель, он автономен полностью. Потому потеря одного-двух двигателей для ИЛ-76 никакой проблемы не несет. А раз экипаж не справился с управлением, значит, еще и профпригодность экипажа такая же. То есть либо желторотики, которые не знают, как действовать в аварийной обстановке, либо пилоты, которые давно в аварийных обстановках не были и утратили свою профпригодность. Ну, и упал он туда, куда надо, как раз на кладбище. Ну і, пане Романе, Білгородська область і вже нам добре відомий населений пункт Валуйки. В коментарях дуже часто, і ми з вами говорили, кажуть, чому цей логістичний хаб не б'ють, чому ракетами не влучають. Що відомо? Що в 12 березня начебто вдалося над Валуйками збити Су-27. І телеграм-каналам місцеві передають, що саме Сушку було ліквідовано в небі. Встиг цю інформацію вже прокоментувати представник головного управління розвідки України, Міністерства оборони ЮСУ, каже, що інтенсивність боїв в Білгородській області настільки потужна, що наразі ми не можемо спростувати чи підтвердити. Пане Романе, чи справді над Валуйками міг опинитися Су-27 і що це за птах? Це основний базовий самоліт російський, старий, совєтський, тобто його розробляли приблизно в парі з F-15. Вот Су-27 разрабатывался в паре с F-15. F-16 разрабатывался, ну, можно так сказать, в паре с МиГ-29. Просто F-16, конечно, лучше получился в этом смысле под задачи дешевизны и выполнения боевых задач. МиГ-29 из-за счет двух двигателей оказался дороже и проблематичнее. Потому вот этот Су-27 – это базовый самолет, на котором потом, на базе которого потом россияне создали и модернизировали Су-27, создали Су-30, Су-34 и Су-35. То есть практически все сушки, вообще весь ряд сушек – это база Су-27. Их еще достаточное количество у россиян есть, и они уже начали их поднимать. Они в свое время, после того, как пересели на Су-30, Су-34, Су-35, они, в принципе, Су-27 поставили на прикол. Сейчас начали поднимать в том числе и эти базовые Су-27. Но они, конечно, уступают, на голову уступают тем самолетам, которые у россиян новые, но, тем не менее, они их подняли и будут использовать. Скорее всего, используют для сброса тех же авиабомб. Дело в том, что он может нести кабы. Сам Су-27. Достать до Валуек наши зенитно-ракетные комплексы могут мобильные ЗРК вот уровня
кочующих. И, в принципе, дальность там около 50 километров, если выставлять. Да там даже С-300 может достать с дальностью 70-75 километров. По большому счету, такие мобильные комплексы могут выполнить эту задачу. Плюс авиация наша может подойти, отработать разного уровня. Плюс группы, которые до Валуек могут дойти. Это наши разведгруппы, которые с двумя трубами, по большому счету, теми же стингерами или иглами могут снести Су-27. Они идут иногда на малых высотах, подходя к линии фронта. То есть не всегда идут на больших высотах для сброса кабов. А для выполнения задачи армейской поддержки идут на малых, на предельно малых высотах, на таких дальностях. Они еще не опускаются ближе к земле по-серьезному. То есть идут где-то метров на 50, на 70. А это значит наш расчет ПЗРК, разведка, которая зашла на глубину, там, допустим, километров 30, это стандартный заход, могла снести в том числе сушку над Валуйками. Но Валуйки давно уже просятся под серьезные удары, потому направление действия иногда вот этих групп, которые сейчас заходят в Россию и начинают освободительную борьбу. Одно из направлений лучше было бы это Валуйки, потому что вывод из строя, нейтрализация этого узла даст возможность выдохнуть практически всей нашей восточной группировки. Через Валуйки идет основной поток железа на Куп'янське і на Луганське направлення. Пане Романе, і щодо допомоги наших союзників, нарешті вперше за 3 місяці, вперше в цьому році аплодуємо стоячи, Сполучені Штати Америки виділили пакет допомоги. Це в рамках прямі поставки запасів армії Сполучених Штатів Америки, PDA, я так розумію, це дуже швидко в нас з'явиться. Що цікаво, що серед на 300-мільйонний пакет там є і боєприпаси до хаймерців, і боєприпаси калібру 155 для наших артилерійських установок. А от видання «Політико», пане Романе, каже наступне, що там є різні варіанти, можуть бути атакамсів навіть. І буде от варіант «Атакамс Блок-1 М-39», який б'є на 165 кілометрів і який може мати касетні снаряди. Тим, що в жовтні, я так розумію, ми били по аеродрому в Бердянську і в Луганську. М-39, да, это 100-мильный боезапас, ракета, которая несет больше 1500 суббоеприпасов, М-77, выполняет боевую задачу уничтожения площадных объектов. Действительно, тогда было повреждено или уничтожено 26 вертолетов российских на трех аэродромах подскока. В районе Мариуполя, в районе Бердянска и Луганска. А хорошо отработали ракеты, хорошо себя показали. Их очень много у Соединенных Штатов сейчас есть. Они выводят сотни ракет, выводятся из боевого дежурства, заменяются ракетами Пири-СМ с дальностью 500 километров. Потому, в принципе, мы можем их дальше получать. Вопрос количество. То есть нам тогда дали несколько десятков, на попробовать называется. Попробовали и остановили на полгода, скорее всего, добившись каких-то политических уступок от Путина. По договорнику это все было остановлено. Сейчас только есть надежда. То, что у нас они будут, это еще под вопросом, но есть надежда, то, что в этом пакете по помощи 300 миллионов будут. Вы правы, кстати, по PDI, это то, что мы и говорили, по этой программе Байден может больше 4 миллиардов выписать нам техники и боеприпасов сразу со складов Соединенных Штатов армейских. Так вот, эта ракета хорошо, если она будет, хотя параллельно с ней там несколько позиций, те расходников, которые сейчас нам очень надо, 155-й снаряд, кстати, в том числе и кассетные. Мы тоже неоднократно говорили, что хорошо показали себя кассетные боеприпасы. Вот опять появился кассетный 155-й снаряд в этой помощи. Будут, естественно, ракеты к зенитно-ракетным комплексам типа «Патриот». Будут боеприпасы авиационного, скорее всего, «Гидры», «Гидра-70». То есть те расходники, которые нам нужны. Но 300 миллионов – это примерно где-то дней на 10 работы, такой интенсивной работы наших войск. Потому обольщаться сильно не надо, это максимум там на 10, ну, может быть, на пару недель растянет тот запас, который есть у нас.
Пане Романе, і зараз, от, власне, в Нижній палаті представників розпочався 12 березня збір підписів за законопроект допомоги Україні в обхід Майка Джонсона, спікера, аби виставити на голосування. Є там 213 демократів і треба загалом 218 голосів. Тобто треба ще 5 республіканців, аби дозволити цьому законопроекту бути на голосуванні. Як ви вважаєте, чи вдасться в обхід республіканця Джонсона проголосувати цей пакет? Ну, если подойдут к Ники Хейли, у нее есть свои друзья, я думаю, наберу там с десяток республиканцев и попробуют протолкнуть этот пакет. Хотя реальные же вещи, проблема ж не в этом. Проблема в выборах Путина. То есть до 17 марта ничего не будет, это точно. После выборов там уже есть возможность того, что быстро решатся все вопросы тех договоренностей с Путиным, которые есть у обоих партий, у верхушки обоих партий, скорее всего, и у Трампа, и у Байдена. Это понятно было с самого начала, с декабря месяца. Американцы создали лайтовый режим выборов Путину. Единственное, они не учли одну вещь – заход на территорию России российских и национальных корпусов. Пане Романе, і також з'явилася хороша інформація, що от Петр Фіала, прем'єр-міністр Чехії, знайшли ще плюс 200 тисяч снарядів до тих 800 тисяч, і вони теж будуть передані Україні, що дуже приємно. І також нам країни Скандинавії виділяють пакет допомоги на 300 мільйонів, 336 мільйонів, і туди будуть боєприпаси і самохідні артилерійські установки «Цезарь». Вони дуже добре себе проявили на фронті. Ну, загалом я розумію, що серед 155-го калібру САУ «Цезарь» одні з провідних. Да, это одна из таких серьезных орудий, одно из серьезных орудий, которые работают у нас хорошо, очень себя показали. Мобильная скорость стрельбы хорошая, точность, используют много модификаций 155-го снаряда, и наши артиллеристы ее очень сильно хвалят, эту машину. Ну а то, что еще и Фиала вместе с Павлом нашли снаряды, так это хорошо для Украины и украинского воинства, но плохо для министра обороны Умерова. То есть еще раз показатель того полной профнепригодности Министерства обороны Украины. Это Умеров должен был их найти. Не Фиала, не Павел, а Умеров. Вот уже больше миллиона снарядов нашли люди, которые в принципе никакого отношения к нашему Министерству обороны не имеют. Замените, наконец, человека профнепригодного на генерала, который разбирается в этих делах. То есть ему и доверие будет больше на посту министра обороны, и толку будет больше однозначно. Поэтому спасибо большое нашим, конечно, большое спасибо нашим партнерам, ну и руководителям государств, которые нам помогают. Миллион снарядов, вот мы уже только видим миллион. Да нам больше, чем на полгода этого хватит для того, чтобы просто удерживать россиян, не говоря уже в выполнении некоторых задач, если уменьшить это время и увеличить использование снарядов. Пане Романе, і здається, президент Туреччини Ердоган знову в нас не воїн, тому що він говорив з іноземними послами і сказав наступне, що мирні плани без Росії не дадуть результату. Он почетный воин. Вот Эрдоган – это почетный воин. А по нечетным, сегодня 13-е, он абсолютно не воин. Но опять надевает маску какого-то барыги, который начинает подыгрывать российским нарративам. Я думаю, по нечетным числам его лучше не слушать. Давайте будем его почетным слушать. Та, пане Романе, і на завершення, от в Словаччині, ми знаємо, Словаччина, Угорщина, це Орбан, Фіцо, два таких дивних формування і апендикс Європейського Союзу, я маю на увазі саме ці керівники, а не держави. І, власне, в Словаччині пройшов багатотисячний мітинг проти Фіцо, за Україну і за підтримку України. І, власне, що це не українці, а це самі мешканці та Словаччини. Народы Европы прекрасно понимают, чем закончится экспансия России, если ее не остановить в Украине, не уничтожить российскую армию на нашей территории и не развалить Российскую империю. Это уже все понимают в Европе, кроме, естественно, заангажированных политиков, которые пробились в власти как раз на деньгах от тех же россиян. Заангажированные Москвой политики, мы их прекрасно видим, эти два персонажа
ФИЦО и ФИЦА, и Эрдоган, наверное, по нечетным тоже такой же. Ну, естественно, венгерский руководитель. То есть вот эти политики, во-первых, полностью себя дискредитировали в глазах мирового сообщества, европейского сообщества, и уже в глазах тех граждан, которые их и выбирали. Вопрос механизма их отстранения от власти. И вот один из механизмов, демократический механизм отстранения неугодного народу политика, это вот такие акции, которые мы сейчас видим в Словакии. Я думаю, такие же акции начнутся в том числе и в Венгрии. То есть за Фица пойдет и Орбан. Хотя денег, конечно, в Венгрии чуть поболее. Скорее всего, россияне где-то по дороге финансовой помощи словакам, словацкому этому правительству Фица, где-то прикарманили половину, потому допустили такие проявления негативного отношения к самому Фицу. Пане Романе, і на завершення, от Путін дав інтерв'ю чергове в себе на болотах і сказав, що вони готові до переговорів, але на їхніх умовах, тобто з анексією території і, відповідно, з гарантіями для Москви. Чи варто взагалі таке обговорювати, як ви вважаєте? Ну, это весь вещи логические, есть нет. Абсолютно нелогичная вещь, прекрасно понимая то, что украинское общество, народ, военно-политическое руководство, может быть, за исключением некоторых товарищей, неровно дышащих в сторону Москвы, никогда не пойдут даже на сам контакт. Контакт может быть с противником только огневой, больше никакого, пока противник находится на вашей территории, иначе это капитуляция. Потому что предлагает Путин, даже просто переговоры как таковые, это предлагает капитуляцию Украины, кто на нее пойдет. Потому с точки зрения логики военной, ее здесь самой логики нет. Ну а исходя из того, что 95-97% сейчас риторики российской направлено на внутреннего потребителя, то есть на внутреннее информационное потребление, это как раз обращение к россиянам. Типа вот мы предлагаем им сдаться, они почему-то не хотят. Выбирайте меня, я буду дальше предлагать. Ну, вот примерно так. Ну, а може просто подзвонити папі Римському і поговорити разом про білий прапор, він йде собі співрозмовника. Нагадаю нашим глядачам, 13 березня середа, обов'язково коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки і діліться нашим щоденним зведенням. Мене звати Ігор Гаврищак, побачимось в ефірі 24 каналу.